Ну и что? Кому интересно, сейчас будем делать замеры температуры воды 6 сентября в пятницу. Год по-прежнему 24. И вот под скалой Дивой стоит катерочек. Люди уже немножечко есть. Начало 8 утра. Я думал, вода прохладная. Но сейчас мы это с вами узнаем. Катерок у нас называется Азов. Кто на нем катался, можно спокойненько в него зайти и куда-то далеко уплыть. Вот так вот здесь внутри. Гляньте, какие комфортные сиденья. Да в Мерседесах не у всех такие. Прикольно, да? Уходим из катерка. Понтон уплыл, хотел по нему побегать. И солнышко. Солнышко мое, вставай. Где люди? Где люди? Не спрашивайте меня. Я сам удивлен, никого нет. Одни мы, такое впечатление, что мы с пляжными сумками, с GoPro и часиками, которыми сейчас измерим температуру. Время начала 8.